на автобусе от отеля до этого поля. Вот матч начался. Тимофей Мартынов, потенциальный новичок. Два, наверное. То есть, да, мы могли его тоже видеть. Ну, что по тренировкам можно сказать? Сразу бросается в глаза, что... Дней для того, чтобы их провести с семьей, мы ему, если он нас сейчас смотрит, передаем привет. Хороший был удар сейчас по воротам Алексея. Но на пути встали защитники. Снова Михаил Сиваков. Сейчас хорошо вступил в отбор. И атака продолжается. Если подача будет хорошая, будет опасно. И, да, как я сказал, очень опасно было. То есть мы проигрываем. Подача. И очень-очень опасность. Продолжается наступление наших сегодняшних соперников. И вот такой вот... И нападающий... Владимир Обух. Вот сейчас удар был опасный, да, и вратарь. Да, как и Михаил, очень хорошая передача, очень хорошая. Воробьев, атаки, держание мяча, пытаемся, да, с фланга на фланг, зарабатываем штрафные, вот сейчас опасно было. Ух ты, как хорошо, вы посмотрите, а. Да, наши команды, и на кубке отставил, вот пенальти, смотрим. Ай-яй-яй-яй-яй, угадал направление. Отдавая мяч Гуйковичу, дал ему настолько неточно, что Навбахор перехватил мяч. Дача, то есть очень опасный выход на замахе. Фланг на Макса Сидорова. Максим подработал на правый удар. Хороший удар. Да, которая команда неплохая, которая участвовала в прошлом году в Еврокубках. Потому что вечером уже некоторые игроки уже будут разлетаться потихоньку. Ему уже надо ближе вставать, что мы и сделали сразу. То есть вот сейчас Обухов выиграл верховую дуэль, сбросил на Воробьева, и Воробьев... Можно буквально считанное количество раз вспомнить. Подача на дальнюю. Копленко. Ай-яй-яй. Запускает во фланг Воробьев. Воробьев смещает в середину, отдает забегающему Сидорову прострел. Очень-очень прилично. Подача. Гойкович навязывает борьбу. Мяч у нас. Толпа, удар и мяч. Минуты, да, говорят, надо ближе. Вот перехват. Опа, очень-очень жестко. Эра будет подавать. Итак, подача хорошее направление. Борьба. И два. В нижний угол. Итак, боевая ничья 2-2. А мы с вами прощаемся. До завтра.